Всем привет, дорогие друзья и подписчики, с вами я, Конор TH1, и сегодня я решил сделать вам очень срочную новость. Завтра, в среду, 15 июля 2020 года, у меня временно не будет на канале, приблизительно с 10 часов утра до 12 часов дня по московскому времени. Причина в том, что я уйду к окулисту. Возможно, мне закапают глаза, которые будут действовать приблизительно от 1 до 2 часов. Порой, может быть, растянуться до 4. Смотря какие закапывают капли для глаз. Так что временно видео на канале не будет, поскольку мне будет неудобно работать, когда у меня закапаны глаза. Пусть я даже в очках, но все равно будет неудобно. Так что я временно отложу производство видео в тот же сайт проекта Якон 31 Шоу. Приношу извинения за причиненное неудобство и попрошу предупредить об этом своих друзей, которые смотрят мой YouTube канал. Ну а с вами был Якон 31. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, возможные пожелания, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и если есть возможность, скиньте, пожалуйста, денежку на донат. Ссылка на донат в описании и в том числе на начальной странице моего канала на YouTube. В разделе описание. С вами, как всегда, был я, Якон 31, он же Глеб Телевизионщик, старое название. Всем пока!